В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают люди одной из самых созидательных профессий – строители. Но поздравления они начали принимать уже сегодня. В филармонии чествовали тех, кто своими руками создает архитектурный образ городов и районов республики. Дом по улице Парижской коммуны, что в столице Чувашии, совсем скоро будет сдан. Его жильцами станут переселенцы из аварийного жилья. Взамен старых обветшалых бараков они получат новые и просторные квартиры, которые построили они, строители. Заданный темп строительства сегодня является примером для других и дает уверенность в своевременном и качественном завершении программы в установленные сроки. Результат вашей работы – это всегда комфорт, уют и благоприятные условия для развития и самореализации граждан всех возрастов. Жилье, социальные, культурные и спортивные объекты. Города и села растут, а вместе с этим увеличиваются и потребности жителей. Люди хотят покупать не только сейчас отдельно стоящий объект, люди хотят покупать комфортную среду. Или в городе, или на селе. Наша задача – работать в динамике на другом уровне, другими темпами и создавать еще комфортную среду. Развитие отрасли подтверждают цифры. В этом году уже ввели в эксплуатацию почти 160 тысяч квадратных метров жилья. Это больше 3500 однокомнатных квартир. До конца года их количество увеличится в 4 раза. Виталий Хадаров – один из тех, кто делает мечты реальностью. Почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено Хадарову Виталию Васильевичу, каменщику общества с ограниченной общественностью, фирма «Старко». В этой профессии Виталий Васильевич уже 20 лет. Своими руками он возвел не один дом. Очень приятно, конечно, в основном благодаря всему начальству, семье тоже это тяжелые моменты поддерживают, что строительство так нелегкая работа, навыки, характер, ну еще силы воли надо, самое главное в работе. Звания, грамоты, как безусловное признание заслуг, а в качестве памяти на всю жизнь новые дома. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.